Мы снова на телеканале Шоп-н-Шоу, в студии Анели и наш постоянный эксперт Наталья. Дорогие женщины, многие из вас знают, что яблоко – это символ красоты и долголетия. Даже сама богиня Венера гонялась за ним, чтобы быть красивой. И сегодня у вас есть уникальная возможность стать обладательницей этого самого яблока, почувствовать себя настоящей богиней любви и красоты. Мы представляем вам кулон «Яблочко». Такой невероятно красивый, замечательный кулон в трех красивых ярких цветах. Цена Шоп-н-Шоу 990 рублей. Итак, давайте представим цвета, посмотрим, что у нас здесь есть. Я взяла сейчас такой красивый коричневый с переливами, с яркими красками. Наташа, что это за камень? Расскажи, пожалуйста. Обратите внимание, этот камень не только красивый, это камень натуральный. Удивительно, как натуральный камень может иметь такие декоративные свойства. В этом случае мы использовали авантюрин. Посмотрите, действительно, какой авантюрный, красивый, роскошный блеск у этого камня. Я могу предположить, что это для девушек с характером таким ярким и бойким подойдет, да? Ну, и если вы спокойная девушка, то это, наоборот, гармонизирует вас и добавит вам искорку. Угу. Расскажи, пожалуйста, вот меня привлек мое внимание такой нежно-зеленый цвет, как молодое яблочко, очень красивый. Это камень нефрит. Посмотрите, какой нежного зеленого цвета этот кулон. У меня такое ощущение, что это вот молодое нежное яблоко, да, которое еще только собирается налиться соком, но при этом уже пышет молодостью, юностью и буйным ростом. Да, так и видно на нем, что оно сочное. И третий цвет, такое яблоко зрелое уже, бордовое, да, очень красивое, наливное. Что за камень здесь? В этом случае, то есть если первый цвет у нас игривый такой, второй цвет нежный, зеленый, молодой, то третий цвет у нас глубокий, зрелый, яблочный цвет сердолика. Мы использовали натуральный камень в изготовлении этого яблочка, и я думаю, наши телезрительницы по достоинству оценят этот камень. А что за цепочка, Наташа? Она такая красивая, переливчатая и очень гладкая, нежная. Вот очень приятно. Знаешь, иногда бывают цепочки путаются в волосах. Эта цепочка, я уверена, не будет задевать наши волосы. Мы сможем смело носить его и с удовольствием. Да, наше украшение, хоть и называется кулон яблочко, я хотела бы обратить внимание, что к нему в комплект идет еще вот эта замечательная цепь. Причем она выполнена в форме шнурка, некоторые так ее называют, но изготавливается она при помощи сколоченного панцирного плетения. Некоторые называют это плетение тонда. Оно отличается тем, что оно очень лаконичное и гладкое и не отвлекает внимание от основного декоративного элемента кулона. Посмотрите, да? Действительно, да. Мне тоже очень нравится, что цепочка скручена как шнурок, очень красиво, очень изящно. И можно абсолютно с любым изделием, с любой одеждой носить, и он не будет отвлекать внимание, но при этом будет действительно таким ярким, красивым и очень нежным элементом. Да, и обратите внимание, завершается цепочка, карабин – это замок, который надежно соединяет два окончания, да, нашего украшения. При этом оно также имеет декоративный эффект. Посмотрите, как оно гладко отполировано, и, конечно, оно имеет свои свойства самого надежного замка. Я вот хочу расстегнуть пока. Скажи мне, пожалуйста, какая длина у цепочки? Длина у этого украшения самая универсальная 45 сантиметров. То есть вы можете его одеть как в дневное время, да, под рубашку, может быть, какая-то блузка очень нежная, дневной макияж какой-то будет уместен. А также вы можете его одевать при декольте. Анелия, посмотрите, примерила себе это украшение. Да, я выбрала себе с самым таким ярким и необычным камнем авантюрином. Дорогие дамы, но если вам нравятся все три цвета, вы не можете определиться, можете заказать для себя все цвета. Можно менять их по своему настроению. Скажи, Наташа, пожалуйста, что за металл здесь используется в цепочке? В этом случае мы использовали ювелирный сплав, то есть у нас драгоценная бижутерия. И для того, чтобы этот сплав имел такой замечательный белый блеск, да, который
подчеркивал красоту самого кулона, покрыли мы его благородным родием. Это металл и семейство платиновой группы. То есть он будет долго сохранять свой яркий цвет, такой же красивый, переливчатый, и будет радовать наш глаз. Совершенно верно. С одной стороны, обратите внимание, как он переливается, поддерживая блеск авантюрина, нежность нефрита или глубокую красоту сердолика, а с другой стороны, он защищает цепочку от коррозии, с одной стороны, а с другой стороны, делает украшение экологичным. То есть он позволяет носить вам это украшение так часто, как вы захотите, даже несмотря на то, что если у вас чувствительная кожа. Я хочу напомнить, что в комплекте с кулоном идет цепочка. Вам не нужно думать, куда повесить свое любимое яблочко. Вы можете смело звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах, и заказывать этот прекрасный кулон по такой привлекательной цене 990 рублей. Я специально для вас сейчас взяла в руки все три цвета, чтобы вы могли посмотреть, сравнить и определиться, а может быть действительно заказать себе все три цвета и менять их по своему настроению. Наши операторы работают для вас круглосуточно, дорогие женщины. Они готовы ответить на все ваши вопросы. А мы желаем вам быть с кулоном яблочко настоящей богиней любви и красоты, как сама Венера. И пусть этот символ долголетия будет у вас. И мы желаем вам быть красивыми. Да, всего доброго.